Преступление охоте произошло в Жамбылской области, рассматривается в Шымкенте. Дело в том, что военные учреждения Южного региона, включая Жамбылскую и Кызылординскую области, территориально подпадают под юрисдикцию военного суда Шымкентского гарнизона. Подсудимый, житель Тараза, находится под залогом на процесс и является самостоятельно. Его интересы представляет назначенный адвокат. Судебное следствие по данному делу начать без участия свидетеля Паралазова. В необходимом случае он будет вызван на следующее судебное заседание. Тогда суд переходит к судебному следствию и слово предоставляется государственному обвинителю для ознакомления с сущностью предъявленного. После того, как председательствующий судья начала заседание, военный прокурор зачитал обвинение. Недавно Сакенова Назарбича в совершении преступления по службе признанного уголовного кодекса Республики статья 453, часть 2 уголовного кодекса Республики Казахстан. В связи с временем по переходам со старого штата на новый штат излишне завышено денежные средства на сумму 7 274 606 тенге. И обоснов переплачено на сумму 10 852 008 тенге, что привело к тяжким последствиям в виде причины материального ущерба в крупном размере государственной и воинской части. По материалам следствия подсудимый, будучи руководителем финансового отдела воинской части, в течение 2 лет допустил недостачу денежных средств на сумму более 18 миллионов тенге. Свою вину капитан полностью признает, говорит, что недостачу допустил из-за отсутствия опыта. Мол, раньше служил только офицером и опыта работы с финансами не имел. Судебное следствие приступило к допросу подсудимого, опросу свидетелей, изучению материалов. Уголовное дело насчитывает 22 тома.